Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проект «Тема дня» на Першому міському. В студії працює Микола Малкович. Минулими вихідними у Покровському районі було затіяно такий собі суботник. На цьому заході було присутньо досить багато активістів. Це все було на березі річки Саксагань, де люди прибирали прибережну територію. Та там було і продемонстровано новий проект по очищенню деяких ділянок цієї річки і що в нього входить, а також що саме відбувалося безпосередньо на самому заході, ми будемо дізнаватися у одного з найвидатніших, на мою думку, екологів Криворіжжя, представника громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя» Йосипа Маякова. Вітаю, пане Йосипе, вас. Здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, чому вирішили все ж таки провести цей захід? По-перше, цікавить також, в якому стані взагалі узбережжя нашої річки знаходилося і яку саме ділянку, якої ділянки торкнулися активісти своїми руками і прибиранням? Ну, я должен сказать, что вот это, так сказать, мероприятие, которое проведено, оно было анонсировано еще 11 сентября во время визита начальника Государственной экологической инспекции в Кривой Рог. И он сказал, что да, 19-го мы собираемся провести такой субботник. А вместе с начальником экспедиции поддержали это экологическое управление нашего города. И, естественно, конечно, был не в стороне и департамент, экологический департамент администрации нашей. Поэтому вот тот мероприятие, то, которое было проведено, оно было масштабное такое, потому что туда подключились еще и представители «Слуги народов», та, которая у нас есть, партийная. Очень много было народа. И мы порадовались за то, что речке Саксагань уделяется такое большое внимание. Было очень, так сказать, приятно видеть людей, те, которые прибирали берег. И надо сказать, что вот это мероприятие было показано, что очень даже загрязненный у нас берег. Потому что было собрано довольно-таки большое количество, я не знаю, куба 2-3, наверное, это точно было собрано. Вот всякого мусора там, и бутылки, и все. И мы там, когда присутствовали, то мы, конечно, порадовались и тому, что все-таки речке Саксагань дан шанс все-таки возродиться, и, может быть, тот проект, который вот 1918 года все где-то там гуляет, он составлен по прочистке речки, он все-таки найдет свое исполнение вот именно благодаря тому, что вот такие мероприятия проводятся на речке. Так, давайте безпосередньо до самого проекту перейдемо, тому що цікаво, дійсно, декілька років вже він існує, про нього говорили ми з вами, декілька разів згадували це, але все ж таки реалізація, зараз ми бачимо лише перші кроки, які ось робляться у цьому напрямку. Які саме ділянки, на вашу думку, треба в першу чергу очистити для того, щоб річка, можна б було сказати, трошки зітхнула з полегшенням? Ну, в первую очередь могу сказать, что этот проект имеет две очереди. Первая очередь – это вот там подпорная стенка, это там очищение берегов именно там, где входит Кресовское водохранилище. А вторая очередь – это после дамбы, Кресовской дамбы и вниз туда 7 участков. На наш взгляд, и начинать надо именно вот с этих участков. Потому что все-таки, да, это очень важно, подпорная стенка, там люди живут рядом, выходят гулять, и нужно привести ее в порядок, естественно, конечно. Но как раз для очищения речки нужно все-таки начинать оттуда. И мы это видим по мониторингу тому, который мы проводим, вот уже на протяжении нескольких лет вот речки Саксагань, 9 точек опробуем.
И самое, так сказать, ну, будем говорить, неудачное для речки – это вот этот промежуток от Кресовского водохранилища и до падения первого Саксаганского тоннеля. На наш взгляд, это и было бы полезно еще и для того, вообще-то речка – это зона рекреации для города, понимаете? Речка Саксагань очень хорошо вписалась в город. Она почти, ну, через весь город протекает. И в последнее время вообще такие участки для отдыха люди находят просто очень совершенно случайно. Будет проведена такая прочистка, будет места определяться для отдыха, это будет лучше для наших граждан и, естественно, конечно, для речки. Угу. Добре, а які саме процедури зараз було б актуально застосувати, що саме треба зробити для того, щоб дійсно річка трошки була очищена? Саме главная процедура – это профінансувати тот проект, который есть. Надо сказать, что сам проект и вообще вот эта процедура оценки вплыва на довкілля, они были организованы нашим городом. И заплачены за это было все. И вроде бы, казалось бы, обладминистрация должна поддержать этот. Но, к сожалению, вот уже второй год никаких сдвигов нет. Я даже в свое время на приеме к губернатору задавал этот вопрос. Но все упиралось в деньги, так сказать, понимаете, там почти, ну, чуть-чуть больше 200 миллионов вообще на весь проект. И на каждой очередь тоже где-то порядка 50-67 миллионов гривен. Город не в состоянии такие деньги освоить и дать, вернее. Вот. Поэтому, естественно, конечно, поддержка обладминистрации была бы кстати. Вот те 7 участков, о которых я говорил за последние, они бы позволили речке, во-первых, течь более-менее лучше. Мы сейчас видим заросшая камышом полностью речка. Это не потому, что она по себе, сама по себе, а потому, что в нее сливается очень много источников, загрязняющих ее. А это дает возможность вот этому камышу и вообще другим растениям хорошо расти и зарастать. И речка очень слабо течет в этом направлении. Добре, давайте поговоримо тепер про хімічний склад нашої річки. Скажіть, будь ласка, якщо ми беремо точку входу у місто і точку виходу, на протязі течії самої річки, чи змінюється цей хімічний склад і з чим це, на вашу думку, пов'язано? Тому що, якби офіційно нічого змінюватися не повинно, але все ж таки, може, якісь відмінності є. Да, действительно, речка Саксагань, вот в этом, будем говорить, течении, которое она сейчас есть, она начинается от Макартовского, дамбы Макартовского водохранилища. И уже в Макартовском водохранилище там минерализация несколько повышенная по отношению к тем нормативам, которые задекларированы у нас для открытых водоемов. То есть это порядка 2,5-3 грамма на литр, как минимум, находится в Макарта. И дальше она уже течет. В некоторых случаях, где-то примерно километров через 6, через 7, она набирает минерализацию. А дальше, уже по отдельным участкам, мы видим, что в некоторых случаях, например, было 3,5 грамма, а стало 2,5. А в некоторых случаях и вообще 2. Это о чем говорит? О том, что есть какие-то внешние источники, которые поступают в речку и разбавляют ее. Найти эти источники сейчас, ну, просто не предоставляется возможность, потому что для этого нужно очень детально исследовать. Хотя каждый район имеет своей целью проводить такие маршруты, искать возможные вытоки незаконные. Но все равно найти невозможно. Вот когда начнется прочистка, когда это будет масштабно, тогда можно будет уже говорить о тех источниках, которые так или иначе влияют на химию.
Но я должен сказать, что здесь и не только химия, да, а здесь же и санитарное состояние речки. Вы посмотрите, вот уже на протяжении нескольких месяцев, даже в этом году, я уже не говорю за прошлый год, наша речка все время имеет санитарно-микробиологические показатели, ну, довольно-таки высокие. Понимаете? Это и повышенное содержание ЛКП, это и колифаги. Это как раз те показатели, которые говорят о загрязнении речки сточными водами. Они довольно-таки в некоторых случаях очень высокие. Ищет те комиссии, те, которые организованы по Покровскому району, Саксаганскому району. Но найти конкретно большие не предоставляется возможности. Хотя уже есть такие намеки, когда горводоканал все-таки ищет возможные сточные, как попадают возможные сточные воды непосредственно, например, в ту же самую линию канализацию, по которой постоянно течет вода, хотя это же ливневая канализация, дождей нет, а вода течет. Но пока сдвигов в этом отношении нет. Добре. Так, хотів я вам також поставити ще одне питання, адже багато хто з наших глядачів, хто слідкує взагалі за життям міста, могли побачити в ефірі нашого каналу сюжет без коментарів, там де у ставках в районі соцміста, так, і терміналу, трошки забагато мертвої риби було, можна так сказати, тому що якась екологічна катастрофа на вигляд буквально, велика кількість птахів, які цю рибу поїдають. З чим це, на вашу думку, пов'язано? Чи вдалося встановити, чому такий випадок стався? Я должен сказать, что этот год вообще был очень тяжелый для рыбы, будем говорить так мягко говоря, потому что жара, испарения очень большие и очень резкое падение кислорода непосредственно в водоемах. Ну, вот поселок Ильича, тот, который был тоже с того, там, где очень было много рыбы. Вот то же самое, почти то же самое произошло и на этих двух ставках, первом и втором, и частично и третьем. Обнаружить конкретно, что это такое, да, что повлияло на мор рыбы, можно было только тогда, когда, если бы рыбинспекция, приехав, отобрала рыбу и провела химический анализ непосредственно, от чего погибла рыба. А так, химический анализ тех вытоков, которые, кстати говоря, горэкоуправление приложило максимум усилий для того, чтобы все-таки избавиться. Там целая речка текла непосредственно во второй ставок. Но сказать, что там эта вода была настолько грязная, которая бы могла привести к мору рыбы, ну, очень сложно. Во всяком случае, по тем показателям, которые вот определялись. Может быть, есть какие-то другие показатели, более расширенные, может, такое надо было сделать анализ. Но этот выток прекратили, и его уже сейчас нет. Конкретно сказать, почему такой был мор рыбы, очень сложно. Йосип Дмитрович, з вами приємно вести бесіду, як завжди. Я думаю, що усіх питань за один ефір ми, звісно ж, не торкнемося. Стосовно тієї самої річки Саксагань, тим паче, тому що річка велика і проблеми є, про що ми знаємо. Тому, я думаю, в цій студії ви в нас не востаннє. І я запрошу вас ще для того, щоб розкрити більш детально для наших глядачів стан річок і водойм Криворіжжя. Дякую вам за те, що завітали сьогодні. Дякую. Друзі, Йосип Маяков був з нами сьогодні, член громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя», еколог, відомий у нашому місті, спеціаліст з стану водойм. Вам також ми дякуємо за увагу, а зараз пропоную подивитися сюжет, в якому наглядно вже можна побачити, як проходив суботник на березі річки Саксагань, та деяка думка народу чекає вас одразу після. Дякую за увагу.
Не словом, а ділом. Містянин Олександр ділиться, що йому не байдуже довкілля рідної країни, тому він з радістю приєднується до таких екологічних акцій. Та на власному прикладі показує іншим, що стан навколишнього середовища у руках кожного. Я достатньо часто підтримую такі акції. Таким образом, показывая пример подрастающему поколению, моему поколению, старшему поколению, что каждый из нас может сделать что-то, чтобы город был лучше. Это в глобальном смысле немного, но с каждого по чуть-чуть, и мы получим хороший результат. Він та ще більше 100 місцевих мешканців та гостей Кривого Рогу долучилися до суботника, який проходив у Покровському районі з нагоди Дня чистих берегів. Волонтери прибрали набережну вздовж вулиці Кропивницького від сміття, яке там раніше залишили відпочивальники. Але бронеозбережжя – не єдина проблема цієї зони. Очищення потребує і сама річка, наголошують екологи. Ця набережна спочатку була построєна просто прекрасно і було все нормально. Але з годами запустила, і її, звісно, треба було возродити. Але я вважаю, що найголовніше – це прочистка після дамби Кресовського водохранилища. Тому що саме грязна вода, саме узке місце – це після наступні 7 участків, які заплановані для прочистки. І от цей великий участок 2,5 кілометра від дамби і далі дуже важен. Для оздоровлення водної артерії у цій зоні заплановано проведення цілого ряду заходів. Зокрема, виїмка мулу, прибирання очерету, укріплення берегової лінії та інше. Відповідна документація на виконання таких робіт вже готова. Проте реалізація проєкту затримується через брак фінансування. Для цього пропонують залучити кошти місцевих підприємств, які сплачуються до обласного та держбюджету. Сьогодні ми знаходимося в тому місці, в якому фактично в минулому році за рахунок коштів міського бюджету розроблено проєкт розчистки русла Саксагань, починаючи з Покровського району, саме в цьому місці, в якому ми знаходимося. За рахунок коштів міського бюджету було розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено оцінку впливу на довкілля, проведено необхідні слухання, і сьогодні фактично проєкт готовий до реалізації. Оскільки це є річки, є об'єктом державної власності, державного господарства, витрачати кошти можуть бути тільки виключно за рахунок обласного або державного бюджету. Згодом на цьому місці планують оновити зелені насадження, зняти старе асфальтне покриття та прокласти нові стежки, створити тераси та оглядові майданчики. Таким чином, закинути роками узбережжя зможе отримати нове життя та перетворитися на охайну та комфортну зону відпочинку. Кузьма Шишкін, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, Перший міський. Насправді дуже давно була у парках, але соціальні мережі у нас дуже розвинені, тому дивлячись на всі ці пости в профілях, здається, що у нас дуже багато сміття як на набережнах, так і у парках відпочинку. Тому це проблема, з якою треба боротися. Ну, я вважаю, що у нас зараз доволі печальна ситуація з парками взагалі по всьому місту, так як люди туди приходять відпочивати, і у нас парків не так і мало, але далеко не все прям вот именно в хорошем состоянии поддерживаются, потому что уборка проходит не так, как должна быть. И когда люди приходят туда в смысле просто отдохнуть, посидеть, насладиться окружающим, окружающей средой, и впечатление не очень такое классное выходит из-за того, что довольно-таки много мусора. Я считаю, что мусор нужно убирать абсолютно везде, и в парках, потому что там детки гуляют с родителями, и не только. Также на пляже, потому что очень многие оставляют после себя мусор. Хотелось бы видеть там порядок, прийти снова. Также в общественных местах это, то бишь остановочки, все абсолютно. Возле магазинов есть урны. Мне бы хотелось, конечно, чтобы больше урн было просто по городу. Это было бы намного эффективнее и было бы чище.